В регионе стартует молодежный праймерис. Проект запускает молодая гвардия «Единой России». Около 50 молодых людей, которые планируют в дальнейшем связать свою карьеру с работой во власти, примут участие в необычном политическом соревновании. Это такой своеобразный отбор, где нужно показать свои лидерские качества и провести ряд общественно полезных мероприятий и акций. Победители будут предложены «Единой России» в качестве кандидатов на выборы в региональный парламент. Каждому участнику необходимо пройти регистрацию на федеральном сайте mulprimaries.ru, после этого в социальных сетях разместить свою контактную информацию и проводить ряд мероприятий в сфере молодежной политики, социальной защиты, науки, творчества и соответствующим образом отчитываться о проделанной работе.